Выбор хорошего кошачьего туалета и приучение котенка к лотку – это один из наиболее значимых вопросов, с которым сталкивается каждый владелец пушистика. В этом видео мы рассмотрим туалеты для котиков фирм Калар, Природа и Трикси. Все туалеты разные и по-разному будут восприниматься котейками. Первый туалет фирмы Калар. Он относится к серии бюджетных небольших туалетов. Он полностью сделан из пластика и оснащен сеткой. С помощью сетки ваш котик не будет мочить свои пушистые лапки. Второй лоточек фирмы Природа. У этого туалета, в отличие от первого, бортики гораздо выше. Если первый туалет больше подходит котятам, то этот подойдет взрослым котам. Туалеты с сетками обычно используются для котеек, которые не любят копошиться в песочке, которых смущает звук силикогеля, да и вообще не любят пачкать лапки. Другой вид туалета – это туалеты с бортиками. В данном видео мы рассматриваем туалеты фирмы Трикси. Все эти три туалета представляют из себя пластиковые лотки, на края которых одеваются съемные бортики. Первый и второй туалет идентичны друг другу по внешнему виду. Отличаются они только размерами. Эти туалеты имеют очень приятный вид пластика. Он полупрозрачный и смотрится в интерьере довольно необычно. Рамочки легко снимаются и надежно крепятся на места. Последний туалет сделан из плотного пластика. Предыдущие туалеты имеют более закругленную форму. Этот же более прямоугольный. Туалеты с бортиками можно использовать без дополнительных аксессуаров, а можно подстилать и закреплять специальные пакетики, которые на сайте шиншилка.ua идут под кодами 0416, 4250 и 0433. Выбор туалета зависит от индивидуального выбора вашего котейки.